Она называется «Собратьям по разуму и коллегам по творчеству». Загадка есть одна. Молчу и морщу лобья. А может, на нее ответа нет совсем. Ты создан был, как все, по образу подобию. Но как же вышло так? Ты не такой, как все. Ты мечешься в быту, как загнанная птица, сгорая, как свеча, и жертвуя собой, пытаясь как-нибудь за вечность зацепиться. Но вечность все равно погонит на убой. На голову в венок, да гвозди бы в запястье, да ткнули бы копьем, чтобы уж наверняка. Но тут как повезет, не всем такое счастье, не всем дано уйти, оставшись на века. А большинство уйдут спокойно, незаметно, оставив на снегу следы своих шагов. Весной стает снег, и их схоронит лето. От подлости друзей, от милости врагов. Задумайтесь о том, о чем сказал я выше. Не думайте вы, мне обидно самому. Ведь мало кто прочтет, и мало кто услышит. И дома не всегда оценят и поймут. И все ж мятежный дух пусть побеждает тело. Я верую, что нам иного не дано. И пью за наш успех в столь безнадежном деле. Несущая свой крест. Я с вами заодно. Спасибо.